Как правило, многодетные обращаются с вопросами подвода коммуникации и создания условий для того, чтобы они могли построить себе жилье, построить себе индивидуальный дом. Это, ради этого был сделан указ президента страны Владимира Владимировича Путина. Им была выделена бесплатная земля для индивидуального строительства. Наша задача вместе с властью обеспечить коммунальные подведения. Это вода, свет, газ, дороги. Мы с вами были в прошлый раз на участке, он весь растительностью и деревьями зарос. Значит, за это время часть территории района удалось освободить. Значит, разрабатывается ряд проектов. К, думаю, неоперативным вопросам относится то, что сегодня еще нет подвода электроэнергии, потому что компания, которая это проводит, МРСК «Волга», она готова за бесплатно подвести электричество, как это и обязано, до значит, земельного участка, а дальше уже каждый житель может делать индивидуальную заявку и делать отдельный подвод. Это тоже не было сделано. Не было сделано и то, что я попросил, каждый участок должен быть разбит, и каждый собственник должен понимать, где находится граница его участка, чтобы он или сам начал индивидуальное строительство и мог распорядиться так, как он хочет, своим земельным участком. Вот эти даже вопросы, которые не требуют финансирования, большого финансирования, так скажем, они до сих пор тоже не сделаны, и сегодня мы составили график, когда начнутся конкретно решаться вопросы. Конечно, и сами, значит, многодетные семьи, они загружены воспитанием своих детей, у них их много, и проблем много, и еще если власть будет свои обязанности перекладывать на многодетные семьи, это неправильно. Поэтому в этом году думаем, что будем и разбираться, делать проект по воде, делать проект по газификации, подведем электроэнергию и уже обозначим и дороги, и обозначим участки каждого, значит, многодетной семьи, чтобы он понимал, где находящийся в собственности его участок. Здесь немного, а немало, находится три участка для многодетных. Вот там, где мы были, там даже рядом домов нет. А то, о чем говорите вы, мы отдельно встречались с этой семьей, которая уже построила дом, к ней уже подведена труба водоснабжения, нет воды, к ней обещали провести дорогу, нет дороги. Вот сегодня мы договорились, что буквально в июне месяце мы отщебеним этот участок дороги, воду подадим, потому что там разводка трубы есть, а самой воды нет. Газ подведен. Конечно, и там будем наводить порядок, и там будем делать. А семья такая хорошая, они, видите, дружно. И сама семья, и родители, значит, получается, бабушки и дедушки, все вместе собрались и сделали хороший дом, вот куда меня сегодня они как раз приглашали. Поэтому будем решать вопросы и для этой категории многодетных семей. Есть еще один участок, потому что они разбросаны по городу, часть. А вот где мы были, там большая, самый большой участок, где-то, наверное, у них 17, получается, семей, там вообще еще даже и подойти нельзя к этому. Поэтому будем все потихоньку делать. Вам огромное спасибо, то, что вы поднимаете вопросы, с которыми к вам обращаются многодетные семьи. Совместно работаем для того, чтобы решать эти вопросы для наших жителей, граждан, которые решают большую задачу для страны, создавая хорошие, крепкие семьи, многодетные семьи, и поэтому общая задача помогать.